Заливка текстурой. Помимо заливок узором, редактор CorelDRAW позволяет заполнять область объекта текстурой. Данный вид заливки используется, если требуется придать объекту естественный вид. В программе содержится набор готовых текстур, причем каждая текстура имеет свои собственные настройки. Рассмотрим, как работать с текстурной заливкой. Для начала создадим объект, который мы зальем узорной заливкой. Для этого воспользуемся инструментом «Прямоугольник» и нарисуем объект на странице. Далее необходимо выбрать инструмент «Заливка текстурой», который находится в списке инструментов для работы с заливками. В появившемся диалоговом окне «Заливка текстурой» вы сможете выполнить настройку для заливки, задав необходимые параметры. В верхней левой части располагается ниспадающий список «Библиотека текстур», из которого вы можете выбрать набор стандартных заливок. Каждый набор представляет собой группу схожих по внешнему виду и настройкам текстурных заливок. В правой части диалогового окна располагается набор настроек, соответствующий выбранной на данный момент текстуре. Вы можете самостоятельно изменять значение параметров каждой из текстур для получения необходимой текстуры. Для этого необходимо ввести значение в поле параметра и нажать клавишу Enter или воспользоваться кнопками для пошагового изменения текстуры. После получения необходимой текстуры вы можете сохранить ее в любом из наборов. Для этого необходимо кликнуть левой кнопкой мыши по пиктограмме в виде плюса, расположенной справа от списка «Библиотека текстур». В появившемся диалоговом окне задайте имя для создаваемой текстуры и выберите библиотеку для сохранения, после чего нажмите кнопку «Ок». Аналогичным образом вы можете удалить любую текстуру из библиотеки, нажав на пиктограмму в виде минуса и подтвердив удаление. Воспользовавшись кнопкой «Просмотр», вы сможете выбрать вариант отображения текстуры при заливке. Кликнув по кнопке «Параметры», откроется диалоговое окно «Параметры текстуры», в котором вы сможете детально настроить все параметры создаваемой текстурной заливки, такие как разрешение изображения и предельный размер ширины плитки текстуры. После выбора текстуры и настройки всех необходимых параметров, нажмите на кнопку «Ок», и выделенная область зальется текстурой. Таким образом, используя заливку текстурой, вы сможете создавать интересные и реалистичные заливки, а также настраивать их по своему усмотрению и сохранять для дальнейшего использования.